Бога связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь великий гений. Вы откуда будете, если не секрет? Это я с Украины, я с Феодосии. Ну окей, может вопрос у вас интересный есть. На какие темы общаетесь? А вы точно с Феодосией? Что-то на мове говорите. Потому что я украинец. Почему? А какая станция узловая вот севернее Феодосии? Как называется? На букву А. Владислава, конечно. Ну, правильно, да. Верю теперь, что с Феодосией, да. А первая остановка на букву А начинается от Феодосии. Все, верю, что с Феодосией, да. Молодец, соображаешь. Просто некоторые захидники косят под Крым. Дескать, ну я понимаю, что крымчанин может быть за Украину, но он не будет на мове говорить. Такой вот средний крымчанин. Ну, говорите, я разумею вашу мову, угодно говорите. Я буду город Торонто. Город Торонто я буду. По-хорошему. Ну, у вас море. Канада. У вас море, у нас озеро. Ну большое у нас озеро. Тоже берегу. А там Мичиган, там такие озера, мама рот. Ну да. Я да. Бы дуже радий був до вас приїхати. Это уже стара людина. Плохо років 40. Я бы все зробив, щоб поїхати до Канади. Ну вы, вам где-то 52, вам где-то 54, да? А мне уже 60. А, ну молодо выглядите, я думал 55-54 где-то. Ну ладно, есть какие вопросы интересные? Ну, как до канадца, скажите, ну они, как, взагалі, вот, до вас... Люди приїжджають, тому що це дуже гарна країна, вона якби лояльна до приїжджих. Я не для себе, не для себе, я для своєї доньки хотів. Як можна приїхати до Канади? Ну так в Канаду. Канада страна свободної міграції. Или вільної на вашій мові буде. Вільна міграція. Тобто. Любой человек может приехать, у кого есть соответствующий образовательный и языковой уровень. Если вот донька действительно заинтересована в том, чтобы переехать, она должна сначала зайти на соответствующие форумы по иммиграции, потом заходить на официальный сайт, подать заявление, а потом уже, значит, в зависимости от какого-нибудь образования, уже лишать или может какие-нибудь курсы закотить, которые потребны в Канаде, да? Вот профессии. И если доньке, сколько доньке лет? 8 только? А, ну так это еще рано думать. Это когда будет ей 20 лет, надо ее настраивать. Извините, я хотел сказать. Вы понимаете, на нее действует пропаганда сейчас российская. Я в Крыму живу, я тут знаете. Да что там 8 лет, какая 8 лет пропаганда может действовать? Бегают они на улице. Они ее уничтожают. Я же сам украинец. Хочу ее там научить там украинский мой. Закрыли все школы украинские. Я понял. Но эта пропаганда, она не особо действует, если вы не хотите. Если семья-то по-другому настроена. Вы же учились при СССР. Помните, как пропаганда была, что Брежнев гениальный, там, продолжатель дела Ленина. А мы все смеялись в школе. На нас не действовало.
и вы, наверное, то же самое, да? Или нет? Ну что, вы прямо Брежнева, что ли, любили или смеялись над ним? Вот честно скажи, вспомни. Вспомни школьные годы. Брежнева, да, я смеялся. Или Щербицкого. Ну, или Щербицкого, то же самое. На нас уже... Это в сталинское время действовало, но на нас уже не действовало. Мы все смеялись над этими вождями всеми, там, Брежнев там и так далее. А что ж вы про Доньку свою хуже думаете, чем про вас? Про себя самого. Если вы смеялись над Брежневым, что ж она должна поддаваться пропаганде? Где? Люди, они помнее. Дело в том, что она все время меня спрашивает, папа, как будет, допустим, часы, как будет по-украински то, как будет по-украински то. Я ей перевожу и говорю, ей интересно, конечно. Ну нормально. И если хотите, чтобы она в Канаду уехала, пускай ей интересуется, как по-английски будет, там, часы, вот, что-то. Нет, она учится английский. Мы ее на курсы вводим, платим деньги и вводим, чтобы она английский знала, потому что английский это международный язык. Ну понятно, понятно, да. Да. Если что, то лучше пускай она туда уедет и будет там жить. Ну я понял. Я имею в виду прекрасную страну. Я мысль вашу понял. Ну хорошо, желаю вашей доньке, чтобы исполнились... ваше пока желание, но чтобы ее желание исполнить главное, главнее, чем ваше. Да, я уже стара, людина, там мне далеко, а я хочу, чтобы она поехала, я побачился у нас, как вы вот зимой разбавляете. А вы сами откуда, откуда родом? Ну, в Крым, я так понимаю, вы приехали, откуда-то с Украины, с центральной, да? Откуда, если не так, я 20, я в Крыму 20 лет. Ну я понял, откуда приехали там, с Черновцов, наверное. С Донбасса. Понял. Ну я понял. Ну ладно, окей, всех благ. Я вам уважаю всех благ. Сущие семя, а вы ветем за родную Россию, как уси их рассею, тяжела будет. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривают. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть они. Торжон выфалака на свет и привел подколотый подшитый материал. Соединенные Штаты Америки. Это федерация? Вот, 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 вот